Всем доброго дня. Сегодня мы начинаем нашу экскурсию по киевской барахолке с такого интересного места. Тут наш ростик. Мы идем гулять в поисках артефактов. Это Rolex на атомной батарейке. Я разобрался, как тут время стало, потом тут покажи правильно. Вот такой компьютерный склад. Все, прячь и пошли. Вот так, что тут есть интересного. Какие-то запчасти от компьютера. Вентилятор от Карсона. Тарабанит, поломанный. Так, то есть как отсюда выйти и пошли. Тут больше вентилятор. Как тут всяких интересных вещей. Пошли сюда. Сюда и выйдем, так пойдем. Что там? Где ты бачишь? То, телефон древний? Где ты его побачил? Где? А, вот это? Прадед, наверное, такой был. Деда с ручкой был. Это уже более поздний. Телефон. Это деда, а не прадеда. Тут еще интересное. Чего? Фотоаппараты всякие. Камеры. Olympus 3000. Все, пошли. Мы пошли дальше смотреть, что есть. Велосипеды всякие. О, хрусталь. Фарфор. Спросим, почему тут хрустальный горшок. Что тут интересного? Ну, диви, яка шапка. Хочеш шапку сюди таку? Прячь ти часи. Ну, диви, яка кепка. Іди сюди. Валера, йомай. Ти що? Блять, тепло закончилось, що вдома робити? А по чому фуражка така? Йдем далі, смотри, що тут інтересного. Хто? Та то для тартачів щось таке. Корона і ворона. Дивіться, пляшка для мила. Для мила. Для мила? Непонятно. На цілий год такого мила хватить. Сильно гарантий. Ну пішли там посмотрим, що є. Так що ні разу не ходили. Он маскировочний костюм. Розвідчика на рибалку. Кию моль поїла. Мы давно не ходили тут. Я очень давно тут был. Сверла. Сверла. Всякие железяки. Горшки, баняки. Видишь, железяки на ходу выпадают. Вот там что-то интересного по рядам. Где? Ну така сама она. На веки сей. Мясорубка для этих, для ключей. Бачив яка штука. Бачу, воно туди поприварюване. Така штука зроблена. І пішли. Ну диви, який динозавр. Бачу. Мини-диски и компакт-кассеты. Тут ничего интересного уже. Блин, мини-диски для техники. Там уже дальше книжный базар начинается. О, тиски. Давай спросим, почем тиски. Здрасте, ваше добро, почем тиски такие? А, 5000? Ну, пошли до зонтика дойдем, перейдем назад. Суперсуса сегодня на базаре нету. Просто купил золотые часы и не может никак не играться с ними. Я как раз вспоминал,
Пластинки, музыка. Тут край базара уже. Книжка тебе по математике. Кого? Тележку? И моторчик туда приделать будешь кататься. Давай посмотрим, что тут. Кольца там всякие. Бусы всякие. А почем бусы такие? Давайте глянем. По-моему, 2300. Это янтарь, что это? Янтарь, да. Янтарь, да, бачу, да. Понял? Такая в сторону машина. Всякая посуда. Такая барахло. Осторожно. Вот он, где каска на велосипед. Вот. Смотри. На велосипед каска. Наш ты противогаз. Где каска на велосипед? В противогазе будешь ездить. Очень интересно. 10-21. Хорошо. Такие очки, очки, крючки, запчасти. Всякие бусы. Фарфор, фаянс, какие-то драконы керамические. Это китайские фигуры. Ну, медведики, бачим? Не сильно новый. Це уже магазин. Тут магазины, да. Окей, цей чи той? Дальний той? Да. Ну, пошли. Ну, диви, яка кепка. Почти настоящая, бачим? По аллее тут можно найти много чего интересного. Кто? А, глобус? А почем? А почем глобус такой? 400 гривен. А что это все? 300 гривен 100 тоже можно взять. Вот есть такие посуды всякой медной. Горшки, зонтики. Польские монеты, евромонеты. Не могу я туда смотреть. Он не сподикнеться в очки. Пошли. Давайте утюга купим и в рюкзак положим. Утюг туда зарвали гарячу воду и тоді порвали. Ні, там уголь розводили. Уголь? Да, ось смотри. Ой. Аж там дырка внутри, туда уголь ложили. И там дым шел, и потом гладили. Окей, когда-то был утюг. А то грили на газу. Бачишь? Тут нема под уголь дырки. Просто грили на, десь на плитильні на газу. И потом гладили таким. Пошли. Тоже всякое барахло. Що? Пошли та маска. Ми вже дійшли до кіоска. До зонтика підемо назад. Тут всякі магазини, всяким антикваріатом. 10-20. Хорошо, от по 100 гривен пластинки. Ворона. Даже не знаю, что это. Что это, не знаю. Ножики, рыжики. Вот всякие фарфоровые
штуки стеклянные. Картина какая-то. Машинки всякие. Стулья. Нет, а там полно магазинов. Модели стула какие. Танк? О, точно, да, танк. На нем сверху кататься нужно. Давай сфоткаем. На всякий он стоит интересно. Али уже его видел. Кого не знаю. Потом не надо ничего. Ну пошли. Сюда так далеко еще не ходили. Пластинки. И что это? Что это такое? Ну и что это такое, я не знаю. Зарядка какая-то, наверное. Ну, что тоже всякие. Консервы. Котячий корм. Штаны всякие. Такие обезьяны. Все, пошли на. Никаких конфет, конфеты нельзя покупать. А чипсы вообще запрещены. Все, пошли назад. Посмотрим, что тут есть. Обезьяны. О, давай, как кошка. Там дядька такие вырезал, такие трохи не такие. Давай сфоткаем. Знаешь, мы далеко так сюда не ходили еще. Пиши, пиши. Вон давай капушка. А что? Пули для воздушки. А. Идем назад. Кого? Не надо ее тут куплять. Пошли там куда. Ну, тетка нам скидку сделает якусь, а тут нет. Ну, сейчас гулять. Арматура якусь. Лисует, да, арматура. Пылинки. С перцем тебе конфет. Специально для тебя будут конфеты с перцем. Давай посмотрим, что тут есть. Это же ляльки. Вот сейчас бобьешь и все. Прячь их в карман. Пойдешь новый куплять, пойдешь. А там лица нема. А? Там такие одни такие. Их тут по базару полно. Тут одежа всякая, что хоть тут есть. Горшки. Ну, там что тут интересного. Ножи всякие. Ножи, бегемоты, бинокли. Какая-то штука непонятная. Я не знаю, что это. Он двойки телевизор. Так ты ее доломаешь их и будешь без часов. А, это фильмоскоп, я думал, что это телевизор. Хорошо. Он дает какие мангал или что-то такие. Вот там что-то интересного. Шапки. Тут люди роются, посмотрим, что тут.
Сейчас придем туда, там будут эти штуки по 10 будут. Вот побачишь. Твои. Да, милка твоя. Вот там на выходе. Тут по 20, там по 10. Что тут интересного? Крокодилы. Вертолеты. И крокозябры всякие. Давай посмотрим, что тут. Не спеши. И сюда, давай посмотрим, что тут. Вот такие чашки, ложки, бусы. Уже тут были. Вон медведи веки. Прячьте часы, пополомаешь. Пошли. Ой, по сторонам пошли. Хорошо. Угу. 59. Так, смотрим, что тут интересного. Такая обувь, кроссовки, чашки, ложки, какая барахло. Ну, всякие тарелки, большие и маленькие, ножики. Пошли. Большие ножики, маленькие ножики, очки. Тут тоже обувь всякая. Тут что? Всякие игрушки. Дикий медведь. Страшный. Не спеши. Часы. Вот дикий штатив. Точно камера не упадет. Бачу, який штатив. Все наши. Эту. Буса покупать, чтобы статью возить. Чтобы полбазара не прошли. Які машинки всякі. Ну, це ми сюди прийшли. Ми вже як прийшли, більше чим половина базару. Хто-то спрашував эту подкривачку, метелик. Такі тут метелики є. Високо не стоять, не знаю. Прийшли. Що це таке? На що вони тобі? Питайся, не знаю. Не спитай. Без мене кого. А ваша, а по чому такое? Сейчас подойдет. Я тут не знаю. Пошли. Пластинки, мини-диски. Вазоны. Горшки. О, коллекция часов. Пошли. Пятый будильник купил. Вот такие. Хоть будильник. Пошли. Тут что интересного? Скелет. Какие скелет? Что это издался? Поднимись на рыбалку вместо этого. Воблера прицепить. И ловить крокодила. Потом что тут интересно. Вот самовар. Почевики. Самовары, подсвечники, пластинки. Спеши. Тут всякие ботинки, сковородки. Такое барахло. Так, а что тут? А то телевизор такой. Телевизор. О, иди сюда. Дивись, тебя дядька нес. Хорошо, они на базаре были. Иди сюда. Прикольно. Хорошо будет. Слышь, да, сейчас скидываю. Покажи. Ну, давайте опрызнем, посмотрим, что там. Дима, если что, это кульки его. Я кукла похабная для тренировок, чтобы отрабатывать приемы. Ебли. С отверстиями во всех местах. Открытку забыл, на.
Так, давай чуть подходим. Давай открыть ботинку. Это хорошая вещь. Да, я понял, что у язвы более уязвимая точка, и у него лучше беру. Надо к нему заложить. Ну, на вот, давайте. Дайте. До сюда смело можно подъехать. Давай, двигай, я сниму прямо кадр с этим, с хабаром подъехать. Коленька хорошая. А? Бери термос. Да нормально все будет. Видите эти? Испытаем почем. Дай батарейку. О, батарейку сюда. Я. Все, пойдем дальше. Пойдем? Давай что-нибудь купим. О, давай открытку купим. Пол 52 можно? И что, почем такое? 200 гривен. Да. Подпись 7. Могу разобрать. Дайте печенье. 200 гривен. Дима, начали. Одна кую я теку взять. Чу, чу. Давай цю. Цю? Кто тут не мать? Талька не мать. Давай цю возьмем. Цю? Да, под собакой. Давай собакой. Давай собакой. О! Держите, пожалуйста. На, держи, держи, бери. Держи. На, держи. Все, дякую вам на развитие, а нам... Горелка, кстати, прикольное видео, где надувают горелки, видим? Все, хавай. Такого, такого не будет. Что? Сейчас я все отсюда так спрячу. Это эксклюзивная, кстати, штука, эти открытки. Не буду. Прошу, барахолки чуть осталось. Что, ложи в рюкзак? И вот эти четки не увидели. Автомобиля. Так. Вообще мы что-то купим, то пойдем. Ты знаешь, что тут интересно есть. Что интересно? Дима, четки почем, спрашивают. Какие? По 200 гривен. Так, это твоя дистика? Твоя карта? Что, обычными? Да. Со свастикой это типа, может быть. Все, пойдем? Очередь. Я посмотрю, что тут. Не, я не знаю. Не знаю, что это. Ладно, ничего не интересного. Здравствуйте. Выбирайте, пожалуйста, замечательные товары. Смотри, утиная сумочка а я, какая. Сопишу, ай, красота. Здравствуйте. Минный бак. Министра не надо, Кать? Все, давай скажем, что такое. Пошли, подожди. Ладно, что да, всякое бы. Давай. У меня есть. Здоровчик. Да, 10 литров пива у него. Телевизор. И как сумочкой на вылаз. Тик-ток ты выложишь. Тетерев Суэва самый вкусный для меня. Пошли. Не только про себя надо думать, но и про меня. Да, и сказать, что мы пошли, то пошли. Сколько лампочек? Что там интересного еще? Удочки, удочки, хвосты. Вон хвост квадробобера. Да, по 5 гривен. 52. Не-не-не, там еще... Там еще ничего интересного, он не противогаз. Вы приберите вещи. А, здесь шапку. Ну, на чем она? На страшно. Ладно. Пошли. Что обычно тебе? На, спрашивай. С автографом? Давайте подпишу. На. Так, а где же написать? Тут, наверное, не видно будет. Ну, их будет. Я буду на стекле написать, но... Да, на стекле не надо. Когда я услышал папа мужчина. Все, на. Давай. Все, мы пошли. Заходите. Хорошей торговли. Спасибо. Будем дивиться кино. Лежи. Ножку кидай в рюкзак. О, Яник. Яник как живой. Как живой, говорит, только не поедет. Все, пошли. Все, хорошей торговли, мы пошли дальше. Добре, пошли. Да. Такого никого не буде.
А, над кроватька бабочка. Ну что? Большая, но маленькая. Все, пошли. Очень хорошо мы сходили сюда. Давай посмотрим, что тут есть. Микроскоп. Микроскоп. Люстры. Давай по фотоаппарату у них есть. Стой. Он каска тебе на велосипед. Что? Принтер? Мы уже купили мне каску на велосипед. Где? Противогаз. Ты точно будешь против газа ездить людей пугать. Если кто где-то сохранит, то такой антиквариат, блин. Аппараты. Да, да, же... а что это за объектив? Ну что там машина едет? Это ваше добро? А то объектив, что это за объектив, Кульку? Где? Он возле коробки Panasonic объектив какой-то. То на Nikon. А, на Nikon, нет. Canon, Canon все есть, понял? Все, пошли дальше. Так, це кабель не точно нам надо? Стой. Не витаю, пора. Я вчера с голландцами так тяжело разговаривал. Так, что... А? Микробов дивиться? Что они стоят? Нет, так он цену... так он цену сразу пополам, бабах. Это дорого пошло. Не знаю. Я цеплю высекать. Что тут интересного? Аж недаром все сюда пришло сегодня. Угу. Ну что это? Так станция отдела, от какого? Блин, я знаю, от какого. Не знаю, пошли. Хавайте часы, пошли, давай шейки купим. Они неправильно идут. И на тебя на батарейках неправильно идут. Что тут интересного? Вон компьютер какой старый. 875, наверное. Пошли. Пошли еще туда в конец пойдем, на ту сторону. Пошли. Пошли, у меня едят. Шашлыки жарят. Вот шашлык 70 гривен 100 грамм. По цене килограмма мяса 100 грамм. А мы пошли. Прошли весь базар. Значит, пол базара обошли. Да. Пошли прямо и туда, в той конец пойдем. Ну тут мы давно не ходили. Бач, сьогодні хорошо, що сюди пішли. Бач, кого встретили. Продаж ніякого супротивогаз. Це 1000 євро. Що це таке? Да. А дивись, який телефон. Бачив? Ай, сін робочий. Вот. 250. Пошли. Пошли прямо і туди, підемо на сторону, поставляємо. Що там? Електричка приїхала. Мы прошли эту сторону базара, идем туда, за переход. Посмотрим, что там интересного. Вот такой телефон. Вот и жди. Батареи нема. Пошли, идем туда. Дырку пошли. Косики там людей. Пошли посмотрим, что тут есть.
бесперебойник, наверное, под маленький аккумулятор. И радио, что тут интересно. Стой, не спеши. Бачиш, посними, не спеши. Тут тоже шахматные часы, бачите. Часы, ножики, горшки, ремни. Это всякого барахла, по-моему. Сюда пойдем? Пішли сюди до дороги, підемо посмотримо, що тут є. Тут такий рекламний стенд, і тут під ним базар. Всякими артефактами. Пани росіяни, як своїми часами новими не наіграються. Поки не поламають. 11-1. Ну що, минут 20 буде працювати, може 30. Що? 20-30 минут буде телевизор работать. Ты, может, здесь кабель побачишь. Написано, не тут. Что тут интересно? Лампа. Лампа. Калькулятор школы. Калькулятор школы. А что это такое? Что это? Кто знает, что это такое? На ламинатор похоже. А может, не на ламинатор. Не знаю, что это такое. Что тут интересно? Пошли по дороге, пойдем посмотрим. Табеля. Не спеши. Смена. Как раз я ими только стремянки купил, блядь. Не надо. Телефон. Патефон. Ну и сколько людей тут. Достай давай-ка радио. Иди сюда, Росик, не спеши. Радио. Радио. Не, радио это такое нам не надо. Так, оно смотрится не витая пара. Что это? Это мать. Не витая пара. Что тут? Что тут? Пасеки тут людей много сегодня. Сколько тут сегодня всякого барахла. Не спеши. Птица. Вон машинку, хоть машинку такую. Вон хрустальный горшок. Провода. Тут. Парки Украины, Киев. Провода тут нет. Да нет. Все, идем назад. Пошли сюда через дырку. А там тоже на площадке что-то есть. Пошли посмотрим, что там есть. А? Ну пошли в конец посмотрим, что там. Так, смотри, тут нема провода. Там медведь. И куда его ставить? Пойдем возле медведя сфоткай. То куда его ставить, это уже большой сложный вопрос. Там. А потом его как его чистить? На один раз. Під ялинку на один раз. Ну то хіба що. Так, смотрим, що тут. Так. Нема тут проводов. То що таке? Какая то хрень.
Бачиш, куди аж стоять люди. Давай сюди. Та сьогодні не так жарко, як холодно, як вчора. Бачимо, що в футболках ходять. Прохладно? Давай тут вокруг обойдем. Вон дрели всякие. Диски, дрели. Ну да, здорово. Что-то там модем ADSL старый. Иди. Фены. Стой. Это... Та не витая пара. На проводу. Дивись. Бачиш, що-небудь купити. Якую-то ерунду. Радіо. Що це таке? Черпаки. Палки, колупалки. Что там? Что-то интересное? Вот я бетономешалку куплю. Вон у двейка. Кого никого нет. Что бишь не бачишь интересного? Роутер. Это этот, не без Wi-Fi, просто роутер. Машинку. Машинку якусь не хочешь? Ваше добро. А почем такая бетономешалка? 500. Давай сфоткаем пока. Все, пошли. Пошли, что ты сил? Пошли, батарейка седая. Пошли, идем домой. Что еще интересного тут нема? Камеры. Ничего тут интересного нету, идем назад. Ми там на переході, що можемо конфети посмотрити. Вон який велосипед. Бачив, на батарейки. Чи там не на батарейки. Наш тобі собака. Вон дивіка ваза, цей, бутилка яка. Це така сама. Таки маленька, то велика була яка? Маленька. Так, а що тут проводів тут нема? Давай посмотримо провода. Ну смотри. Я такого не вижу, що нам треба. Нічого похожого на витую пару. От коли не треба, то його туди повно є. Пішли, обходимо, так пішли. Пішли. Виходимо через дырку. Пішли сюди. Де ти? Ну диви часи всякі. Подивися, які часи купили. Теж би часи. Я не знаю, по чому вони які. Це що таке? Ето які. Стекла. Ну часи всякі. Все. Пошли прямо. Так, горячок уже купил, а ты был ничего. Ты не човгай. Старый, иди човгайся. А? Ну, та там нема ничего, что там. Чего туда идти? А нічого нема. Там вон самокати якісь. І там барахло всяке. Весь під ноги.
Ну что, за рацию стой. Дай посмотрим, что все-таки. Что это? Что это такое? А почем такое? 400 пара. А что это такое вообще? И печки продают. А ты паровоз тут едешь, да? Тут я сюда разгоняю. Морские пограничники. Инструменты, вазоны. То есть, иди сюда. Такие динозавры, их там, че нет? Ну, примерно похоже, да? Наши у тебя? Наши вот такие, даже я такие. У тебя кубики есть. Пусть валяются такие. Наши у тебя избавься. Пытайся, Кис. 30 гривен. Тебе надо? Зачем? На таблетку. 400 гривен. На меньше. Это 700. Дай тебе кубика. Ну зачем тебе надо? Потирать за 2 дня? За 20 дня? Все, пошли. Скажи, дядька, спасибо, пошли. Пошли. Что тут? Что тут? Что тут? Что-то за телефон стой. Кася, иди сюда. Nokia. А Nokia почем такие? Nokia? Да. 4,5. А велосипед почем? 5. Велосипед. Все, обошли весь базар. Двигай самокат. Пошли вниз. Знаешь, что, пошли, наверное, туда, там где топоры вчера были. Вышли отсюда. Знаешь, воно їде не видно куди. Пошли прямо посмотрим. Вася что-нибудь купим. Хоч гантелю. А? Что ты тут хочешь купить? Это тебе сколько дуже спиннеров есть? Да. Ростик, мы смотрим провод. Что это за провод? Нет, это антенна. А нет, это пара. А тут 2 куска, чи 3 куска? 2 куска. На короткие. На коротке. 20 гривен. Та воно коротке на длинне, хоча б метрів 10. Там 2 куска, непонятно по скільки.
Та ні. Скільки там його метрів, хто його знає. Раз, ну подожди, раз, два, три, ну не на чотири десь. Чотири. А той кусок длинніший ще такий самий. Це, мабуть, таке саме. Подожди. Та, да, мабуть, таке саме. Раз, два, три. Таке саме, добре. Дякую їм, що потребували нам на кусок 10 метрів. Ну давайте цю гантелю купимо. Рюкзак положиш, будеш ходити в школу. Ставлю херню і ту доставалку криву. Доставалка десь далі, це антенна. Ще оце антенна. Не знаю, чому це. Так, смотрим, що тут. Десь далі я бачив цю штуку. Іди сюди. Ти тут, де доставалка то була. Чи не тут? Десь тут, по-моєму. А нема вже її. А? Бачиш, ми тут. А хрусталь далі був. Пішли хрусталь. Бачиш, нема вже тої штуки. Нема тої штуки доставалки. Може десь в другому місці лежить. Щас підемо. Я нема сьогодні, бачив. Зараз купили. Вчора було, сьогодні не мене було брати вчора. Все, пішли. А діда попали на 180. Ні, мені дивися, 60 зразу. Диви машинки які. Ось машинку. Це ж не Hot Wheels, не Hot Wheels. А по чому мені? По 200. Да. Хочеш? Пішли. Это для тех, кто коллекционирует. Да, хто в этом понимает. Батарея. Шматарея. Вон таракана хочешь? О, не буду таракан. Где ты идил? Потерял. Или пораскидал. Пошли, нашли эти тараканы. Купите тараканы. И понести в школу, а потом будут вызывать в школу, что тараканы по школе бегают, да? Пошли. Так, смотрим хрусталь дальше. Олени, тюлени. Нет, вот так, вон, давай, яка ворона. Бачу ворону. А почему-то светильник же, чи что-то? Ага. Мизинец мой. Кружо. Очень удобно. Пробовал. Но дорого. $300 себе такое не позволишь. Пиши. Ну там десь напротив киоска. Может там около киоска подаемся конфеты там. А может дешевше. Вот. Я брала на Лукьяновке одну. О, диви, хрустальні горшки. Тут купив, да. Він такий зелений, воно бачиш. Це не зелений. Це не зелений. Я не знаю. А по чому та зелена така миска ото? Костюм? Оця хрена кругла зелена. А, вот это? Да, по чому? Це хрусталь чи ні?
Да. А почем он? Ну, гривен 80. Конфетник. Угу. Вчера было. Мы побачимо вправо чи ні. Займемо. Хай не спіши. Значить, воно відправить. Пошли по конфеты и пошли домой. Я снимаю, что тебе подать. Вон, да для киоска там конфеты всякие. Первый сапоги. Чипсы подаешься, где дешевше, что тут, что там. Хочешь там купим? 15. Ну там 15, тут подаешься, почему. Давайте увеличим, посмотрим, как собака на прогулке. Сюда витуши всяких остальные горшки. И сюда. Ростик, ты сюда. Подиви, який горшок. А почему такое, чую? Ця 62. Оце. 62. Це ж хрусталь чи ні? Це хрусталь. Такі гладкі.